этот тренинг раскрыл во мне очень много новых качеств, которыми я раньше не пользовался в переговорах. Благодаря инструментарию, полученному в школе переговоров, я смог не делать скидок там, где мне было место, где их сделать было нельзя. Лично у меня была такая ситуация, когда в университете такой не очень приятный преподаватель на меня, мягко говоря, наезжал. Благодаря Игорю Анатольевичу я получил те техники, которые мне помогли избавиться от этого. Я избавился от этого нажима. Понимал, что, наверное, что-то надо делать, но всегда лень была, да? И не понимал, недооценивал, насколько это важно. Я позволил себе и своей компании получить именно тот договор в таком его составе, который устраивал нас, который он был задуман. Имея за плечами, так сказать, школу, я теперь более четко знаю, с какими людьми и по какому типу переговоров следует вести речь. Сейчас хорошая подготовка, ну, за дело. То есть реально ты на голову выше твоего оппонента в переговорах. Я благодарен Игорю Анатольевичу, благодарен Лене. Я смог использовать те техники, которые предварительно, конечно, дома отрепетировал. Я их использовал на преподавателе. И, поверьте, оно сработало. Раньше я мог потеряться, почему человек повел себя так или иначе. Теперь это все четко и понятно. Раскрыл суть, саму суть переговоров для меня. Практика правильно помогает работать. Я просто вышел на новый уровень. Всем сотрудникам BST Consulting спасибо вам большое.